Более 1000 яиц откладывает самка за свою жизнь. Из них летом всего лишь за 7-8 часов вылупляются личинки. Приблизительно через трое суток личинки покидают место пропитания и уходят в землю, чтобы превратиться в куколок. Около 3 дней понадобится, чтобы из куколки вышла муха. При помощи лобного пузыря она может пробиться сквозь слой земли в 30-40 сантиметров. Вот и вся сказочка про двукрылую цокотуху.